Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде. Согласно своему эфирному коду 1, 2, 3. Светлана выходит из биоробота и становится рядом. Голограмма у нее. Отлично. И я даю команду. И если в ее биороботе еще находятся голограммы, копии, они сейчас выходят и становятся рядом с ее тонкими телами. 1, 2, 3. У меня тонкая копия вышла. И? И голограмма. Отлично. Берем голограмму тогда в сетку и защищаем физический биоробот защитным потоком из чистых энергий абсолют. Получает защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе со всем, с голограммой и тонкой копией поднимаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы здесь. Хорошо, голограмма уходит в клетку силами его намерения. 1, 2, 3. Хорошо, мы пресс-рисуемся, готовы ли к диагностике. Доверили ли она нам свои биополе на период сеанса? Она делает какие-то движения. Такое ощущение, что он тебя не слышит. Верни голограмму назад. И возвращая голограмму назад. 1, 2, 3. Входит в тело. Вы меня слышите? Она меня слышит? Она не слышит тебя, у нее как лед вокруг этой голограммы. Хорошо, я понял, кто-то нам мешает, кто-то сегодня будет очень серьезно наказан. И я даю команды встать в скэнер, и на счет 3 скэнер начинает сканировать пространство 360 градусов над головой, под ногами. Все 7 тонких тел сканируются, находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки энергии. Все чужеродное моментально находится, загораются ярко-красные маячки, от них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму, и ответственный по этим каналам за эти подключки силами его намерения притягивается в эту клетку и становится ее заложником. 1, 2, 3. Скэнер начинает сканировать все 7 тонких тел. Да. У меня какой-то вокруг нее вот как синий цвет, как каким-то льдом, что ли. И этот синий цвет сейчас силами его намерения улетает в клетку-тюрьму. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Да, вот цвет шел, я на нее просто смотрю. Хорошо. Смотри на каналы, что у нас там. Она, знаешь, сейчас как очнулась. Сейчас она слышит нас. Мы приветствуем. Вы слышите нас? Да, что происходит? Вы опять на чистке у нас. Это Влад и Вера. Вы попросили нас о чистке. Мы сейчас этим занимаемся. Дайте, пожалуйста, нам свое согласие на эту чистку. Вы не могли отвечать, потому что вы были полностью закупированы вот этой сущностью. Сейчас мы разбираемся, кто это. Нам надо от вас формальное подтверждение вашего согласия, чтобы мы могли вам помочь. Я согласна. Тогда ждем окончания скэна. Сейчас сканирование закончится, и мы узнаем, кто вам так досаждал. Сканирует до сих пор, Вера? Нет, он просканировал 2 канала. Хорошо, давай. Снимаются все маски. Снимаются все маски и голограммы. Все в клетке предстают согласно своему эфирному коду ДНК. Да, будет так, а так и есть. Итак, тебе мешает кто-то? Ну, один стоит вот за этим синим пятном. И разделяю это синее пятно от того, кто стоит за ним. 1, 2, 3 уходят в разные клетки. Итак, кто у нас там? Гуманоид, у него в руках как плетка. И эта плетка сейчас от рук гуманоида выходит за пределы этой клетки. 1, 2, 3. Зависает в воздухе перед клеткой. Шею он ее поймал. За шею. Отлично. Влад, дай ему удар, чтобы он слег в этой клетке. Но не смертельный. Приступай. Давно эти твари надоели уже как. Если защита, сожги эту защиту. Пока не ляжет на пол, не будет молить о пощаде. Он говорит, что я тебя знаю. О, откуда ты меня знаешь? Ты известен в наших мирах. И чем я известен в ваших мирах? Особенно такие, как ты. Кто не соглашается охотиться на тебя. А, в этом плане, да, я в курсе. Но это пришлось очень долго воевать. Хорошо, гуманоид, ты Сириуса, значит, ловец душ, да? Не бей меня больше. Я тебя больше бить не буду. Пусть тебя твоя совесть бьет. Кто у нас второй канал, Вера? Я бы сказала, здесь бабка какая-то. Женщина такая, как бабка, согнутая вся. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстоит в первозданном виде, согласно своему эфирному коду. Да, будет так, а так и есть. Это дракон синий. Вот так вот, синий дракон. Хорошо, считай цифры над головой. Подожди, они, по-моему, связаны с этим гуманоидом. Так, синий дракон, я тебя слушаю. Считай цифры, Вера, все равно. Как ты оказался в этом биополе? 564. Хорошо. Ну вот он показывает на это вот синее, ну как туман, вода, что это. Он говорит, что затуманил ей мозги. Зачем ты зашел в ее биополе? Помогал. Ты помогал охотнику, ловцов душ? Да, с ним работал. Ты понимаешь, что это какая ответственность теперь, на какую ты взял на себя? Ты вместе с ним уйдешь под суд. Вас будет обоих судить. Ты соучастник. Он говорит, что у нее столько негатива, что... А что за негативнее? Ну, давай рассказывай. Я тебе даю сейчас один единственный шанс откровенно и честно мне рассказать все, что здесь происходит. Если он ты говорит, что он не знает этого, но у нее внутри какая-то депрессия, как стержень какой-то. И она реагирует из-за этого негативно на простые вещи. Откуда у нее этот стержень? Он искусственный? Он говорит, я не знаю. Ее созданный. На него я и зашел. Хорошо, я даю сейчас команду намерения моего. Этот стержень, находящийся во всех семи тонких телах, выходит сейчас из биополя Светланы 1, 2, 3 и зависает в воздухе перед ней. Чем-то виновата, какое-то вино она на себя взяла. Выходит? Это ее гложет, да, выходит. Хорошо, все, до последнего выходит. Как закончится, скажешь? Она плачет. Успокойтесь. Отлично, все вышло, все хорошо, не беспокойтесь. Так, и отправляем этот стержень в клетку-тюрьму 1, 2, 3. И от этого стержня выстраивается сейчас канал, или информационный канал, или канал к ответственному. Если информационный, мы сразу получаем мысли, формы, откуда этот стержень взялся, какими эмоциями он создан, или же ответственный притягивается на этой чистоте и становится рядом. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Хочу понять. Закрытая информация из прошлой жизни. Закрытая информация? У нас там еще нет. Знаешь, как закрытое окно такое. И силой моего намерения открываем это окно. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Цепями закрыто. Разрываем. Влад, мы можем эти цепи разорвать? В чем там проблема? Объясни мне, Влад. Намерения нет. У нее нет? Да, ее желание должно быть. Не все твою. Понятно, все понятно, согласен. Хорошо, все. Вы сейчас слышали. Какие то есть это память души. Это память души. Там нет проклятия никакого? Это вина за что-то. Вина за что-то. Хорошо, мы можем что-то сейчас еще сделать в этом отношении? Или двери будут закрыты до тех пор, пока она сама не осознает? Не проявит желание. Не проявит. До ядра. Все. Отлично. Я благодарю за эту информацию. Я все понял. Вы тоже все слышали, поэтому здесь больше говорить сейчас не о чем. Хорошо. С этим вопросом мы решили. Мы можем скинуть этот черный стержень? Да, можем. Там что-то с ребенком связано. Просто. Хорошо. Открывается портал в галактическое ядро под этим стержнем. Он улетает вниз на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо. Переходим к реверсу энергии сейчас. И я даю команду тонкой копии спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Светлане. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усиливаем потоки в 50 раз. Скажи мне, Вера, какие цвета идут к дракону и какие к гуманоиду? Зелень идет гуманоид. Сердечная чакра, да? Грязная, синий. Понятно. Дракон, как долго ты находился в ее биополе? Говорит, месяц. 1 месяц. Как долго ты находился, гуманоид, в ее биополе? 2 недели. 2 недели. Какая твоя конечная цель была, гуманоид? Контроль. Я не понимаю, что у вас конкретно против людей на Сириусе, гуманоид? Почему вы воруете эти души? Зачем вы это делаете? Я понимаю, вы это перепродаете, но смысл этого всего? Это же преступление. Представь себе сейчас вот такую вещь, я обладаю этой технологией, прихожу и ворую твою душу и перепродаю. Но что ты будешь делать? Что бы ты со мной сделал? Есть цивилизации, которые воруют наши души. А что это за цивилизации такие, которые ваши души воруют? Ящеры. О, с этими знакомы. С этими знакомыми паразитами, да. Кстати, чтобы ты знал, мы уже освобождали 1 или 2 раза гуманоидов от ящера, снимали с него. Цепи снимали с него, этот ошейник энергетический. Мы освобождали дракона, тоже синего, который тоже был отравлен энергией этих ящеров. Потом мы их отправили на их чистоту, потому что они были захвачены, взяты заложниками для того, чтобы произвести какие-то операции. В одном случае было надо мной, вот, а в другом случае было с другими. Так что ты понимаешь, мы тоже умеем различать. Не все плохие. Вот. Но ты не относишься к хорошим. Что не все души идут на продажу, многие идут в рабство. Мы такие встречали. А где они работают? В нашей галактике или они работают на других галактиках? В разных местах. Ну понятно, ты боишься сказать информацию, да? Хорошо, ладно. Как у нас с реверсом, Вера? Кончен. И устанавливаем фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Забирает все чистые и светлые божественные энергии, которые были у нее отъяты. 1, 2, 3. Пошли божественные энергии. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Так, и вот теперь законный вопрос. Гуманоид, частички души, ты украл ее уже или нет? Пока не брал ничего, только затуманивал. Угу. Синий дракон, а почему ты зашел в это биополе? Я таки не понял. Легко было зайти на ее чувство вины. Ее чувство вины, да? Хорошо, надо проработать обязательно с гипнологом или хотя бы изъявить свое намерение, разобраться в этой ситуации, тогда мы можем ей помочь. Если она этого не желает, как мы сейчас увидели, то эти ворота, эти окна будут закрыты цепями. Ничто не вправе человеческую волю, его решение нарушить. Реверс закончен. Хорошо. Так, сейчас я даю команду, дракон выходит, вытаскивает все, что наставил в ее биополе и возвращается в клетку. Готово. Хорошо, я даю команду сейчас, значит, 3. Все, что оставил гуманоид, все, что на его чистоте осталось, выходит безболезненно из биополя Светланы. 1, 2, 3. Все подключки, чипы, датчики. И все идет в шар. Готово. Большой шар? Большой. Вот так вот. Хорошо, открывается портал под этим шаром галактическое ядро. 1, 2, 3. Шар улетает в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяем. Хорошо, я подхожу сейчас, кладу руки на плечи и моей собственной энергии сжигаю все каналы. 1, 2, 3, удар. Есть. И открывается портал в галактическое ядро. Эти каналы улетают в галактическое ядро. Закрывая, печатая, растворяя. Готова, она давай. Сейчас прыгает и говорит, как легко без этого груза стало. Вы понимаете, в чем проблема? У вас, оказывается, очень слабые намерения. Вам надо эту проблему как-то решить и более серьезно относиться к этому всему и к манифесту. Его надо читать, его надо чувствовать. Вот, потому что вот такая вот ситуация, они пришли, синий дракон утверждает на негативный столб, который у вас вызван чувством вины, от этого вам обязательно надо избавиться. Никакой вины в этом нет. Это может быть только кармическая какая-то задача, которую вы решили. Но не до конца. Если вы испытываете какие-то чувства вины, значит, вам ее надо до конца еще решить. Но это проработка ядра называется в мире гипнологов. Мы можем вам тоже в этом помочь. И, во всяком случае, ваше желание здесь играет большую роль. Хорошо, все. Сейчас обращаюсь. Говорит, я подумаю. Обязательно подумаю. Это ваша жизнь. Это ваша судьба, и вы вправе в ней быть хозяином, а не позволять вот этим сущностям быть хозяевам в вашем биополе. Именно поэтому они здесь, потому что ваши намерения слабы. Хорошо, так, мы сейчас тогда будем переходить к процедуре. Они все убрали, каналы мы отключили. Хорошо, синий дракон. А давай не так, давай спросим, как ты считаешь, как поступить с синим драконом? Это тот, который сидел в тебе месяц и затуманивал полностью всю твою голову. И не только голову. Она говорит, что благодаря ему я получила свой урок и буду искать ошибку, чтобы не повторить. Этого мало. Мы еще возьмем синего дракона, слово дракона синего. Если он его не даст, он идет в галактическое ядро. Слово дракона я не... Никогда будешь облетать его километрами, и не даже если оно будет открыто. Ты это понял, дракон, да? Он говорит, что мое слово для меня дороже, чем ваш манифест. Я понимаю. Но моя работа тоже не вчера родилась, поэтому я знаю, что каждому слову дракона верить нельзя. Мы встречали таких, который давал слово. Это был тоже синий дракон. Представь себе. Он зашел на первородные энергии. Ты знаешь, что такое первородные энергии, да? Знает. Знает. Вот он зашел на первородные энергии. Он клятвенно обещал. Я ему все шансы дал. Он обещал клятвенно, что никогда больше в это тело не вернется. Две недели спустя он вошел в это биополе. Я опять его вытащил. Первое, что начал делать, это агрессировать. Но, как ты видишь, эта защита, которая у нас стоит, она тебе возвращает все намного сильнее. Поэтому это все закончилось для него очень плачевно. Он сгорел. Я тебе просто объявляю последствия слова, когда ты его даешь, если ты его не держишь, если ты в курсе. Я надеюсь, ты не такой идиот, как был тот дракон. Он говорит, что, конечно, я в курсе, поэтому я сказал, что мое слово для меня важнее. Я знаю последствия нарушений. Хорошо, я тебя благодарю за это понимание. Ты взял урок из этой ситуации, я надеюсь, да? Каждый получил свой урок. Свой урок. Отлично, все получили, и Светлана включительно. Открывается наверху портал на чистоте синего дракона 1, 2, 3. Он уходит на свою чистоту безболезненно. Закрывая, печатая, растворяя. Хорошо, и я прошу сейчас к нам прийти Ли. Ли, выйди, пожалуйста, на связь. Связь. Ли, приветствую тебя. У нас здесь ловец душ. Ну, они пришли за ним. Хорошо. В его клетке открылась стена. Правильно. Хорошо. Благодарю. Отлично. Хорошо. Все, мы закончили, Вера, да? Да.